Эмили, иди кушать. Уже все готово. Мама, я же болела. Меня надо лечить. Да ты что? Что ж такое? Сейчас посмотрим. Ты вся горячая. Ты вся горячая. Надо срочно вызывать врача. Я пошла вызывать врача. Булатик, что ты хочешь? Кушать. Сейчас я тебе дам. На, пожалуйста. Тебе еду. Сейчас я тебе принесу. Вот тебе в зелененькой чашечке я тебе налила чаек с медом. Попей, пожалуйста. Ой, это врач. Сейчас открою. Здравствуйте. Что случилось? Здравствуйте, доктор Плюшева. Вы знаете, у Эмили температура. Я даже не знаю, что такое. Мы вчера купались в бассейне. Может быть, она простудилась. Я так волнуюсь. Хорошо, я попробую вылечить вашего ребенка. Проходите, пожалуйста, садитесь. Эмили, расскажи, что у тебя болит? У меня голова. А насморк есть или кашель? Мне все понятно. Что там, доктор? Ничего страшного, не волнуйтесь. Вы, наверное, вчера просто много-много купались и немножко перекупались. Все, что ей нужно сейчас, это покой, сон и витамины. Я вам принесла витамины, а точнее виноград. Ой, доктор, спасибо. Какой красивый виноград. Да, вы знаете, это лучший южный виноград. В нем очень много витаминов, и он очень вкусный. Спасибо, доктор. Пожалуйста, Эмили, выздоравливай. Если что, звоните мне еще. До свидания, доктор. Эмили, может быть, ты хочешь покушать? Нет, мама, я хочу почитать. Ну, хорошо, давай почитаю. А вам, ребята, пока-пока. Пока. Подписывайтесь на канал Ксения ТВ. И всем пока.